Привет-привет! Вы на канале Дакира и с вами Дарья. И я вот поехала на природу, ловила кузнечиков для своих черепах и нашла вот толкущего паука. Ой, это он страшный, правда. Сейчас я хочу его потрогать палочкой. Паучок. Смотри. Тут его головка. Вот смотрите, тут он, значит, видно, да, видно, тут он паутину уже. Эй, паук. Смотрите. Если честно, я еще таких пауков не видела. Я тоже. Там мой друг. Точнее, братик. Ой. Классный паук. Да и паучок. А ты сейчас сунь, давай. Не будем засовывать к нашим кузнечикам. А чё? Ой, смотри. Эй, отпусти. Развернулся к нам. Теперь мы сможем его спереди посмотреть. Паучок. У него тут мягенькое такое. О, животик, смотрите. Что такое, паучок? Мы с тобой хотим подружиться. Да. Иди сюда. Хочу его на палочку взять, но не получается. Ладно, не будем этого паучка беспокоить. Не будем ему ловить паутину. Пусть он, ну как, работает. Или он отдыхает уже, не знаю. Ну, спасибо, что были со мной. Подписывайся на канал Дакира. Ставь лайки. Пока-пока.